Приветствую всех и каждого! Сегодня мы посмотрим за самой быстрой рукой не только на Диком Западе, но и во всем мире. И это не название порнухи, нет, вы увидите просто чувака, он нереально быстро все делает. Ну, типа, то, как он стреляет, я такого еще никогда не видел. Короче, сейчас сами посмотрите. Друзья, располагайтесь поудобнее, приготавливайте вкусняшки. Просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень сильно помогают видосу в его продвижении. Ну и, конечно же, совсем небольшая рекламка. И мы сразу же тут же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1X. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду IROKEZ вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Вот этот парень, его зовут Bad Boy, и мне его пару раз кидали. И вот первое, что я увидел, такой, ну типа, ну обычный фраг. Согласитесь, ничего сверхъестественного, забайтил на дверь, еще, ну, просто пикнул слева и забрал чувачка. Здесь, в принципе, стандарт, ничего такого. Ну, хорошо, хорошо сыграл, грамотно тактически, но не прям что-то вау, преподносящееся как миллион ультра-супер-скилла. Но смотрим дальше. Вот это. Вот это. Я уже не понимаю, как он это делает. Типа, ориентироваться в такой скорости и попадать по челу, то есть то, как он куешет и при этом одновременно попадает, то есть, если вы даже посмотрите, он все время держит прицел на чуваке при всех этих куешках и прочей херне. Как? Как это возможно? Я не знаю, как он тренируется. Посмотрите, как у него странно стоит клавиатура. Под вот таким вот прямым углом он вот так держит одну руку левую, которая нажимает на клавиши, правой просто вводит мышкой. Ну, типа, это очень странно. Подождите, я пропустил этот хедшот с миника. Да, вот, опять же вот эти пикания. Что ты такое? Как это возможно? Я реально не понимаю. Я такое видел у Фрогмена давным-давно. Но не на такой скорости. Он это делал где-то в два раза медленнее. Здесь нормально дропшотит. Под флешечку залез. Блин, нифига себе, интересно, а там реально такой уголок, что ты не смотришь? Наверное, это потому, что все всегда смотрят вот то окошко, всегда все уверены, что там находится чел, который тебя чекает, и поэтому данный угол, он даже не рассматривается. Угарно. Вот здесь интересно, ему повезло или здесь реально не чекают? Хорошо разогрел. Прям, я бы сказал, идеально. И вот, кстати, если посмотреть, опять же, исполняет вот эту движуху. И обычно чуваки, которые вот таким занимаются, они, знаете, такие переигрывают, типа, дерганные сверх нормы. Они вот так вот дрюкают там, где не надо. А здесь чувак вообще не делает лишних движений. То есть он прям, где нужно, супер сконцентрирован, как сейчас. Как робот. А когда надо вот так вот по-быстрому распикать, тогда включается вот эта дерготня. Это вообще жесть. А! Блин, а как это не убийство ломом? Не понял. Нормально, чувак с собой три лома носит.
Стрельба, кстати, у него безумная, вот что Сэмки трекает, вообще, гляньте, ни единого промаха нет. Просто все в башку летит. И наверху. Да, как же хорошо он разогрел эту гранатку. Просто вот идеальнейший тайминг. Вот это прям... прям кайф. А, я так понял, это его стандартная фишка, короче. Чисто кидает в окошко флешку и... о, даже еще выпануть успел. И садится в этот угол. Ха! Изичевая вообще. What? Берем на вооружение, друзья мои. Страта, как отрабатывать общагу, когда вас пушат. Просто флешка, садишься в угол, кайфуешь. Профит, 2 из 2 работает. Пока что 100% вероятность. Кстати, насчет качества видоса, это у него такой стрим, друзья мои. Да, качество такое, как будто бы из 2015-го, ну... может, у человека девайсы не супер мощные. Может, просто не настроил как надо. Кстати, подождите, я хочу посмотреть, мне показалось. Нет, нет, мне не показалось. У человека было 7 флешек в инвентаре. Вот сейчас 6. Вот это, вот как определить профессионала? 7 флешек. Просто жесть. 3 смока еще было. Я успел увидеть сейчас. 5 хаешек. Как он их умещает, я не понимаю. 2, да, нокнул с гранаты? Да, 2 с хаешечки. Просто вообще, насколько же ему легко. О, сейчас будет 3-й раз. Даем флешку в проем и садимся. А, нет, теперь у него в углу канистра. Короче, вот этот чувак, это его угол, запомните. Этот угол под его контролем. Он здесь углом командует. Трется об него носиком, вот эта вся движуха. Вот, поэтому, ну, тут как бы... повелитель угла. О, бусинка. Сейчас опять будут супер быстро. А. Нормально. Хороший был ноускоу, прям очень. Или это был фаст зум, я прям даже не успел увидеть. Не сумел разглядеть. Че, опять идеальный разогрев? Да, хорошо закинул. И вторую еще. Слева кто-то с коряка накидывает. Надо спрятаться. Блин, из-за качества вообще ничего не видно. Так все расплывается на пиксели. Ни хрена не понятно. Ну, он кого-то там убил. Вот куда, по кому он стреляет? Привидение? Уходи, привидение. Опа, флеш. А, нет. Не, ну этому парню срочно нужен новый компьютер. Такой потанцевал, не раскрыт. Вот здесь плохо, по-моему, кинул. Или он специально в ребро? Вот тут не могу понять, специально ли он кинул в ребро, чтобы именно рядом с окном подожглось. Мне почему-то кажется, что да. Вряд ли этот чувак промахивается гранатами. Притом, ну, настолько изичевыми. Ой-ой-ой, хорошо залетело в башку, но и самому тоже прилетело нереально. Не, ну сквада он, конечно, разносит Вара, очень топово. Одним рожком троих!
Не, ну это уже, как бы, знаете, такой уровень близкий к Тиглтону. А что за ран? Хорош. Ой-ой-ой. I knocked him? Это был нок? Я тоже не уехал, подождите. Вот это вот то, что он пострелял в проемчик, это был нок? Че, больной? Да понял. What? I knocked this guy or what? I don't know. Походу, да. What, guys? Охренеть. Я и сам не понял. Бро. Не, я говорю, бро, остановись. Hello, bro. Привет. Бро. Было бы смешно, если бы он проиграл ему в конце. В итоге всего вот этого, но нет. Hello? Привет, говорит. Hello? Он. Hello? Что они не здороваются. Невежливые. Слушается. Ля-ля-ля, импостер! Нормально он спрятался, а бобус. Тихо, не палимся. Блин, интересно, чем закончилось, но мы не узнаем, друзья мои. Но я надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.